Зло – понятие растяжимое. Для одних это люди, которые приступили закон. Другие в шутку говорят, что зло – это соседи с верхнего этажа. Что на этот счет думают брачане? Сегодня мы вышли на улицы города с необычными вопросами. Что же такое зло и откуда оно берется? Ну, зло – это когда людям плохо делают, наверное. Ага. Ну, примерно что-то в этом роде. А вот вы испытывали такие моменты в своей жизни? Конечно. Иногда даже хотелось просто разорвать некоторых людей. Зло – это какая-то внутреннее чувство чего-то такое. Ненависть чья-то, наверное. Как говорил Булгаков, зло там, где нет добра. Так, хороший ответ. А откуда это зло берется? Ну, это уже философский вопрос. Давайте две секунды пофилософствуем с вами. Я думаю, зло берется, если брать в плане религиозном, там, где есть грех. Ну, вообще у нас очень озлобленный народ, потому что от нехватки денег, материальные трудности, всякие там кредиты, люди ищут, где бы подзаработать, злятся, что у них не получается, и на других срываются, может быть, поэтому. Если в нескольких словах, зло – это зависть, корысть. Все то негативное, что живет в людях, что необходимо искоренять. Ага. А откуда оно берется, как считаете? Зло идет из самого человека, на мой взгляд. А вот у вас сидит зло где-то внутри? Не знаю, может быть, иногда. Мы стараемся быть добрыми. Мы здесь не работаем, мы как-то настрой у нас добрый, поэтому всегда все зло на зло всегда отвечается. Поэтому если отвечаешь даже на зло добром, то оно другая совершенно реакция, это оно как-то уходит. И как-то такого сильного зла я вот не ощущаю. Зло еще в основном-то вот ведь. Недостаток, наверное, вот эта вся перетрубация, безработица, недостаток денег, человек злится до основания, что вот все не так, все не вот. Вот он хотел так, а у него так получается. Зло-то откуда берется? Да ниоткуда. Вот зло ниоткуда. Зло – это чувство. Если чувства эти перебороть, то зла не будет. А вы себя можете назвать вот злым человеком? Нет, абсолютно нет. Неужели никогда не было порывов таких? Очень много раз было, но я все подавлял. Были, конечно, всякие, но это очень редко. Просто не надо злиться, чего не можешь изменить. Можешь изменить, пожалуйста, иди меняй. В людях накапливается зло, по-моему, от неудовольствия внутреннего самого себя. Вот я так считаю. А вы себя злым человеком можете назвать? Нет, меня очень любят дети. Когда у меня созревает дома урожай, вся улица собирается около моей калитки. Я выращиваю виноград, я выращиваю абрикос и 3 сорта сливы у меня дома. Я один раз здесь гуляла, вот здесь вот пробегал дядька. И он точно был злой? Он ребенку говорил на сок, а это не сок был.